Привет, это снова канал IT User Help. В этом видео я хочу рассказать, как в Windows 10 сделать оформление, внешне напоминающее операционную систему Windows 7. То есть мы изменим фон рабочего стола и изменим функциональность кнопки «Пуск». Вернем кнопку «Пуск», как в Windows 7. И первое, что нам нужно сделать, это узнать разрешение нашего монитора. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем по свободному месту, выбираем параметры экрана. Далее здесь находим разрешение экрана, нажимаем, и нам нужно выбрать пункт, напротив которого написано «Рекомендуется». Нашли этот пункт и увидели наше разрешение 1920 на 1080, это в моем случае. Далее закрываем, открываем браузер, заходим на сайт Яндекс и в поиске вводим Windows 7. Ввели, нажимаем «Найти», далее переходим в картинки. И нам нужно здесь нажать «Размер» и установить то разрешение, которое мы только что узнали. 1090 20 на 1080 в моем случае. Нажимаем «Ок». И ищем картинку с фоном Windows 7. Можно написать еще здесь обои, дописать. Вот, к примеру, эта картинка. Нажимаем «Открыть». Открылась картинка, нажимаем правой кнопкой мыши «Сохранить как». Выбираем папку, куда сохранить. Открываем папку с местом сохранения. Далее открываем картинку. Нажимаем правой кнопкой мыши «Установить как». «Сделать фоновым рисунком». Выбрали. Закрываем картинку. Либо можем не открывать картинку, а прямо на ней правой кнопкой мыши и здесь сделать фоновым изображением рабочего стола. В общем, фон мы поменяли. Далее нам нужно установить кнопку «Пуск» с функциональностью, как в Windows 7. Для этого зайдем на сайт Google, поисковик, и в поиске введем английскими символами Classic Shell, либо Classic Windows 7. И нам нужно приложение Classic Shell. Есть разные приложения для этих целей, но давай воспользуемся этим. Я его проверю, работает нормально. Нажимаем Download Now. Выбираем из всего этого списка язык ваш, который вам нужен. Нажимаем, и идет скачивание файла. Дожидаемся скачивания, устанавливаем это приложение. Так, приложение скачалось. Устанавливаем. Здесь можно оставить все по умолчанию. Можно снять галочку «Открыть документацию» и нажимаем «Готово». Приложение запустилось. Далее нам нужно выбрать тему. И доступны три темы. Первая – это более ранние версии 2000-х годов Windows. Вторая – и Windows 7. Выбираем этот пункт. Также здесь можно поменять
кнопку «Пуск», именно значок «Но» меня устраивает это, поэтому нажимаем «Ок». И как видишь, функциональность этой кнопки поменялась. Теперь, несмотря на то, что фон все еще похож на Windows 10, функциональность стала как у Windows 7. То есть завершение работы перешло сюда. Здесь еще дополнительные функции завершения работы. Здесь все программы есть. И здесь другие функции. Также здесь в этой программе можно поменять и кнопку «Пуск», значок кнопки «Пуск». Кроме того, можно убрать этот поисковый бар. Для этого мы правой кнопкой мыши. Здесь «Поиск» выбираем и нажимаем «Скрыто». На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!